ты подписал договор с Румпельштильцхеном? Вот тебе подсказочка. Если хочешь как следует... Вокруг столько золота валяется. Только знай, подбирай. Королем станешь. Ой, нажми кнопку удара, чтобы проверить, есть ли золотишко в этом бочонке. Пора бежать со страху, сверкая пятками. Боже! Ой, да чего ж приятно снова быть самим собой. У меня есть дар. Я могу свистеть, ой, в рот набрав воды. Но твой талант покруче. Чтобы его применить, нажми кнопку особого умения. Эй, осторожнее! Как хорошо снова быть огром. Запомни, если кто-нибудь разгромит тебя в пух и прах, тебе помогут встать на ноги эти маленькие сердечки. Фу! Так нечестно! Звездочки вокруг не летают? Можно переключаться между персонажами с помощью специальной кнопки. Совсем другое дело. Боже мой, в ушах звенит. Положено боевому отряду огров. Ой, теперь, если со здоровьем совсем плохо. Ладно, я готов. Остановись, кому говорю? Не бей меня. А, ой, люблю поразмять. Моя рука. Не бей меня. Если получится нанести удар и не получить сдачи, это так напугает врага. Это моя рука! Оно это тоже тебе! Ой, если хочешь до смерти напугать врагов, нажми кнопку особо. Какой ты хороший! Какой что крутой! Что-то мне не весело! Нападай, если посмотришь! Ой, больно! Моя шпага быстрее твоих трюков! И приятно, когда ты кому-то до зарезу нужен. О нет, им нужна Фиона. Да что здесь творится? Thank you.
глазам своим не верю. Этот сюрприз помогает добывать золотые монетки из бочек. Но торопись, надолго его не хватит. Ой. Эй, порой требуется грубость. С одного удара. Ой, зато отлично зажигает. Она умеет поджигать предмет. У меня шкура нежная. Да. Запомни, если кто-нибудь разгромит... Живайте, ищите подковы. Я... Где ты была сегодня, киска, у королевы английской? Скажу откровенно, я не думаю, что кот без своих сапог отправился бы в такую даль. Крепче камешки пинал. Держи ушки. Вокруг шелковицы идем, идем гулять кругом. Вокруг шелковицы идем, идем гулять. Горячая каша, холодная каша сварила, деток кормила все 9 дней. Все 9 дней? По-моему, это очень вредно для здоровья. Даже ослы не едят все, что не попадя. Я хоть и круглый, но чуть в нос не получил. Словно пушинка на лапах. Если есть желание подраться, Фиона говорит, нам любая помощь пригодится. Фиона? Откуда ты знаешь Фиону? Фиона возглавляет борьбу против Румпельштильцхена. Это всем известно. Фиона возглавляет отряд? Это что? Ой, тяжесть какая! Это тяжелее, чем кажется. О, сегодня удачный денек. Почти больно. О, спасибо.
Спасибо большое-пребольшое. Святая Мария! Если заб... Эй, новичок! О, кажется, придется сюда вернуться попозже. Опа! Боюсь, силенок не хватит. Может, стоит еще разок поговорить с одним огром в лагере? Заслуженная награда. Был у Фионы котенок, котенок, котенок. С мягким и нежным... Добро пожаловать в мою лавку. Осел, по-моему, я совершил что-то, о чем еще пожалею. Это имеет какое-то отношение к волшебным бобам? Нет. Это хорошо. А то я как-то наелся и скажу на чистоту, ничего волшебного в том, что потом из меня выходило, не было. Нет, осел, я... Чего? Ты что, не знаешь, что никогда нельзя подписывать договоры с Румпельштильцкиным? Примечание написано самым мелким шрифтом в мире. И не говори. Даже пункт о расторжении всегда с подвохом. Пункт о расторжении? Ну да, в договорах Румпельштильцкина всегда есть такой пункт. Сейчас покажу. Давай договор. Ага, похоже, я его где-то на пустоши посеял. Ты что? Нет, нет, нет! Ты не понимаешь, мы должны найти этот договор, Шрек. Ладно, пора действовать. Вы идете или как? Идем? Куда? Болото обыскивать. Туда наведались ведьмы Румпеля. Странно, что они там забыли? Болото? Отлично. Прочесывать болото – любимое дело, верно, Ишак? Точно. Что может быть лучше прогулки по болоту? Эй, она сказала, там ведьмы? Пока что не получается. Ладно. Пока ничего не выходит, да? Ого! Кажется, придется сюда вернуться попозже. Осторожней! Неплохо. Болото. Огром вход воспрещен. Нет!
эту тележку с маслом. Отлично. Я всегда говорил, никого не заставляйте выполнять работу огров. Для того, чтобы... Осторожно! Я еще и не то могу! Ничего не выходит, да? Пока что не получается. Ладно. Мы собрались? Кажется, мне понадобится подкова покрепче. Что это еще за гнилая мерзкая крысиная дыра в земле? Ну, вообще-то, это болото, как бы. Да, просто с ума сойти. Хватит глазеть. Идем дальше. Это тяжелее, чем кажется. Чек. Это тяжелее, чем кажется. О нет, еще один огр. За работу!
сражаться с ограми или с ведьмами, которые заставляют драться с ограми? Отлично, сам напросился. А ну вернись! Больно! Люблю поразмяться. Не надо, помилуй! Звездочки вокруг не летают? Теперь не убежишь! До новых встреч! Нечка! Эй, остановись! Я все так нечестно! Это тоже тебе! Так нечестно! До новых встреч! Люблю поразмяться. Здорово мы. Огонь в моем фонаре очень слабый. Чтобы поджечь, мне понадобится пламя побольше. Спасибо. Будем управляться со смоляными бочонками по очереди. Части. Если нужна помощь, поговори с одним из трех слепых мышат. Я еще и не то могу. Просишь подмоги? За небольшую плату рад помочь. Похоже, ты в ступоре. Хватай бочку. Неси ее туда, к камням. Спасибо. Удачи. Нужно решить загадку. Похоже, ты в ступоре. Хватай бочку. Неси ее туда. Спасибо. Требуется намек? Заплати, и все будет. Бочонок на подходе! Thank you.
Я не понимаю, где мой дом? Он же здесь был! Нет, не то. Погоди-ка. Ишак, я не вижу тут ничего про расторжение договора. Ха, я же говорил. Эй, дай глянуть. Помилуй, тину лови. Чего? Отдай сюда. Поцелуй истинной любви. Ну, я люблю Фиону. Значит, надо с ней поцеловаться, и все встанет на свои места. Нетрудно. Да куда уж проще. Не хочу тебя огорчать, но она там, кажется, сейчас воюет вовсю, а ты не то чтобы в ее вкусе. Хотел сказать... Получилось однажды, получится дважды. Идем в лагерь огров. Знаешь, Ишак, я могу быть очень милым, если захочу. Да? Скажи это Тине. Да, вот он, друзья. Он обожает грязевые ванны, вонючий лук и пугать крестьян до потери пульса. Вы любите его. Это Шрек. Волшебное зеркало. Что все это значит? Где моя семья? Там, где ты их и оставил, Шрек. Одна проблема, тебя самого там больше нет. Вот что бывает, когда подписываешь договор с Румпельштильцкиным. Помочь можешь? Конечно, могу. Я же волшебное зеркало, в конце концов. Но у моего предложения ограничен срок годности. Действовать надо немедленно. Болото, как ни назови, оно все равно будет вонять. Фу! В общем, с возвращением домой, Шрек. Это болото, лишенное очарования. Неправильное болото. Чуешь запах? Да, это то самое родное болото. Будьте начеку и смотрите себе под ноги. А пораньше сказать никак? Я на мокрицу наступил. Фу! Осел, мы их вообще-то на обед едим. Не знал, что такое возможно, но аппетит как рукой сняло. Порычи на моего малыша, пожалуйста. Это было прекрасно! Зажимайте носы, потому что следующая остановка – болото! Но совсем не такое, как вы привыкли. Спокойной ночи! Приятно, когда тебя любят, но не так же. Не так же и плохо сегодня. Как ни назови, оно все равно будет вонять. Фу! В общем, с возвращением домой, Шрек.
тяжесть какая! Это болото, лишенное очарования. Неправильное болото. Мне сейчас не под силу. Обожаю пинаться. Стой! Прячься в нору, словно мышь. Нападай, если посмеешь. Прячься в нору, словно мышь. Силёнок не хватит. Может, стоит еще разок поговорить с одним огром в лагере? Вокруг не летают? Я хоть и круглый, но ловкий. Сдается мне, эту катапульту не помешало бы пнуть хорошенько. Отлично. Теперь нужно то, что будем метать. Эй, не смотрите на меня так, сеньор. Каждый может делать что-то особенное. Шрек может... Всем другое дело.
Чуешь запах? Да, это то самое родное болото, из которого ты ушел, Шрек. Зажимайте носы, потому что следующая остановка — болото! Но совсем не такое, как вы привыкли. Спасибо большое-пребольшое! Нет ничего прекраснее, чем стрелять по ведьмам их собственными тыквами из катапульты! Ворота, вы для меня не помеха. Похоже, с этой задачкой в одиночку не справиться. И куда это мы собрались? Ты меня не обойдешь. Остановись! Ослам вход запрещен. Привет. Похоже, кому-то нужна... Эх, отличная забава. Если бы не ведьма. Вся штука в том, чтобы положить в катапульту арбуз. А потом огонь! Спасибо. Удачи. Нужна подсказка для задачи? Могу помочь. Эх, отличная забава. Если бы... А потом огонь! Спасибо. Удачи. Приветствую. Очки не помеха, поверь, мы прекрасны. Секундочку. А почему бы не воспользоваться бочкой с маслом, чтобы взорвать камни, загораживающие проход к тыквам? Спасибо. Удачи. Просишь подмоги? Занимай. Будем управляться со смоляными бочонками по очереди. Осторожно!
Метла улетела без меня. Паршивая затея, скажу я тебе, посылать крестьян выполнять ведьминскую работу. Ха! Но попытаться стоило. Похоже, придется нам остановить их самим. Хочешь подраться, правда? Yeah, we like waffles. Do you like pancakes? Yeah, we like pancakes. Do you like French toast? Yeah, we like French toast. До новых встреч! Звездочка вокруг не летает? Люблю поразмяться. Я еще и не то могу. Это тоже тебе. Звездочки вокруг не летают? Это тоже тебе. До новых встреч! Теперь не убежишь. А ну верни! Так нечестно! Так нечестно! Люблю поразмяться! От меня не уйдет! У меня нежная кожа! Я еще не то могу! Я начинаю злиться! Спокойно! Это не на шутку больно! Это тоже тебе! Я такого не потерплю! Ой, люблю поразмяться! Что я могу сказать? Мы победили! Эй, убери свои лапищи! Корзинка для Фионы! Все, что она любит. Слизняки с сердечками, свечки с ароматом скунса, купоны на один бесплатный поцелуй от меня. Вот то, что надо. Отлично! И тогда прощай договор и здравствуй, Тина, не балуй! Любовный поцелуй! Только чего-то не хватает. Я понял! Корона Фионы! Корона, Шрек? Но у нее нет никакой короны со времен заточения в замке с драконом. Верно. Вперед! Мы отправляемся в логово дракона.